Всем доброго времени, уважаемые зрители. У нас сегодня, ребята, игрушечка прикольная. Дизи Зимние приключения. Это очень свежая игра. 2021 год. Написал Щербаковский Сергей. И конкретно эта версия, она такая в плане совместимости не совсем обычная. В общем, это вроде как версия для БК 0010. Только она занимает на 16 килобайт больше. То есть фактически это для БК 0011. Но в данном случае, скажем так, это конкретно вот эта версия, вот с синей палитрой, она для БК 0010, такой теоретической БК 0010, у которой 50 килобайт, ну 48 килобайт оперативки, грубо говоря. То есть фактически это БКшка плюс 16 килобайт дополнительной памяти. Насколько я знаю, блоки памяти продавались для БКшки, но мне известно, вроде как на 8 килобайт точно были. Возможно, даже и на 16 были. То есть, по факту, это версия для БК 0011. Поэтому я ее запускал на эмуляторе EMU101. На моем от Андрея она не пошла, то есть там дальше заставочки игра, ребят, не запускается. И есть еще версия, точно такая же, от того же автора. Это дисковая версия, она только на 0.11 идет. И там разницы никакой нету, только присутствует желтый цвет. Все, разницы никакой нет. И в ней почему-то не работает прыжок влево-вправо. То есть прыжки наискось там не работают по какой-то причине. Я всю, ребят, абсолютно всю клавиатуру перебрал, все кнопки и комбинации, но не работает в этом эмуляторе. Вот версия вот эта вот для БКшки пошла у нас. Так, ну читаем, смотрим. То есть это, ну, для тех, кто будет пробовать запускать на 1.0.1 эму, эта игра бесполезна. Ну, или чего-то, я не знаю. Так, однажды зимой Дизи с родными и друзьями отправился в лес. Так. И вдруг погода испортилась, началась сильная снежная буря. Слушайте, ну блин, для БКшки, конечно, шикарно сделано. А тихие путники укрылись в доме, затерянном в лесной чаще. Ну, собственно говоря, вот Дизи, кто не в курсе, вот этот человечек внизу, которым мы управляем, а вот это его вроде как семья, родня, скажем так. И прыжки здесь работают на стрелках, ребят, на нампаде. Вот только на нампаде можно прыгнуть наискось. Я тоже сначала, извиняюсь, мудохался, не мог понять, что не так я делаю. Только на стрелочках нампада работает прыжок. Вообще, серию Дизи я как-то никогда не играл. По-моему, я на спектруме попробовал еще давно. Ну, там все на английском было, и, ребят, и на английском языке, если ты язык не знаешь, бесполезно играть. Я вот даже сегодня зашел на канал по спектруму, ну, Jagged Gaming, там человек проходил эту игру, и то, чтобы он разобрался, он говорит, ему пришлось там несколько лет играть в эту игру, и еще почитать какие-то журналы с описаниями. Прикиньте, какие, ребят, игры делали сложные. Ну, то есть, на знание языка. Так, ну, на БКшке что хорошо, тут язык не надо знать английский, здесь все на русском. Так, проверяем, что котелок со льдом слишком тяжелый. Я еще узнал, что на БКшке еще каких-то 3 или 4 версии Дизи есть. Ну, надо будет поиграть. Что-то мне вот такие квестовые, ребят, игры в последнее время начали заходить. Так, сундук заперт. Отлично. Крыска. Крыса угрожающе шипит и не дает взять дрова для камина. Ну, да, бесполезно, я уже пробовал. Так, дедуля, да? С палкой. О, Дизи, в этом доме из потолка льется вода. Ты можешь с этим что-нибудь сделать? Хорошо, дедушка, я попробую.
Понятно. Ну, здесь, в общем-то, надо взаимодействовать со всеми персонажами. Кстати, в плане управления и плавности здесь сделано прям вообще все замечательно. Автор тут постарался замечательно. Так, окно. Сбитое окно. Ну, здесь взаимодействие вот стрелками управления и два прыжка, в общем-то. То есть, еще 7 клавиш управления фактически. То есть, пробел это взаимодействие. Так, Дизи, мне страшно. Там в темноте кто-то скребется. Ага. Можешь его прогнать? Ну, это она про крысу вот эту говорит, скорее всего. Не бойся, Дора. Мне показалось, дура. Я разберусь с этим. Часики. Часы остановились. Да, их надо чинить будет. Это что за шапокляк? Дружище, там внизу сидит голодная крыса. Дай ей это яблоко, чтобы она убежала. Отличная идея, Дилан. Так, яблоко мы берем. Давайте всех это повзаимодействуем со всеми персами. Так, Дизи, мне холодно. Можешь растопить камин, чтобы стало теплее. Конечно, Дейзи, а я обязательно это сделаю. В принципе, ребят, я не вижу смысла эту игру запускать на БК на 0.11. Просто все персонажи вместо зеленого цвета будут желтым цветом. А мне как-то даже зеленый больше нравится. Но здесь, да, дыра. В крыше дыра, сквозь которую капает растаявший снег. Вот когда. Это свечка. А, это масляная лампа. Дози не желает ее отдавать. Какая. А, Дози это она, видимо. Дизи, я не могу уснуть. Здесь так неуютно. Потерпи, Дози, я подумаю, как это исправить. Ну да, все. В принципе. Я сначала не понял, как тут прыгать. Кстати, он и наискось прыгает. Это был комар. Так. Ну давайте яблоком угостим крысу. А, кстати, можно взаимодействовать в том числе клавиша Enter. То есть, видите, работает. Ладно, мне даже Enter так удобнее. Крыса не обращает внимания на яблоко. То есть, сейчас еще раз проверим. Enter, да? Да, и Enter, и пробелом можно. Ну, замечательно, значит. Вот, я считаю, что вот это пример, как надо качественно делать игры для БКшки. Действительно, и графоний приятный, и никаких лагов, никаких тормозов. Но единственное, что вот почему-то не работает версия 11 с управлением. Так, подожди, 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 это кто? Ты кто? Эй, приятель, я чертовски голоден, у тебя не найдется чего-нибудь. Я попытаюсь для тебя что-нибудь раздобыть. Ну, еда подана, жрите, пожалуйста. А вот здесь Enter почему-то не сработал. Ну ладно, неважно. Вкусное яблоко. Дензел, вот держи яблоко. Спасибо, приятель. Возьми эту спичку. О, как. Разожги скорее камин. Так, подожди, подожди. Ага. Каминная спичка. Ничего не получится. Замечательно. Замечательно. Что мы можем... А, я понял. Спичка, наверное, вот эту лампу надо поджечь будет. Дози не желает ее отдавать. Так, Дози, ты... А вот так, если... Дизи зажег лампу, и Дози стал смотреть на ее пламя. Все-таки Дози это он. Через пару минут глаза Дози стали закрываться. Он снял шарф и уснул. Ну и хорошо. А, шарфик, да? Так, мы берем шарфик. И попробуем вот эту лампу еще скоммунизить.
Лампа ему больше не нужна. Все. Мы берем лампу и шарф. Шарф, по-моему, вот этой вот надо дать. Она мерзнет. Ага. Дейзи, возьми этот шарф. Он поможет тебе согреться. Ребят, вообще, если вам интересна серия игр Дейзи, можно будет попробовать на стриме поиграть. Ну, я, правда, в правилах именно в таких квестовых не сильно разбираюсь. Поэтому желательно, чтобы кто-то мне чего-то подсказывал. Спасибо, Дизи. У меня есть иголка, возможно, она тебе пригодится. Кстати, насчет данной игры, которую мы проходим, написано в описании, что это ремейк игры Log Cabin Dizzy с платформы ZX Spectrum. То есть, кто со Spectrum знаком, я думаю, вам эта игра тоже будет интересна на БКшке. Швейная иголка. Ага, то есть это большая иголка. Дизи покопался в часовом механизме иголкой. И вдруг часы заработали и стали звонко отбивать время. Чтобы всегда так техника чинилась. Громкие звуки напугали крысу, и она убежала. Ха-ха, ха-ха. Я, по-моему, пробовал еще вариант в крысу иголкой там потыкать, но она бесполезна там, не реагирует. Так, давай, девочка, что ты там хотела? Дизи, ты прогнал крысу, ты мой герой. За это я подарю тебе эту красивую ванночку. Ну, ванночка, я уже знаю, куда будет применяться. Ванночка с солью. Подожди, а почему она с солью? А! Ну, здесь можно попробовать применить, но она не используется все равно. Дизи высыпал... А, нет, смотри. Дизи высыпал соль в котелок со льдом. Ух ты. А зачем он это сделал? А, лед растаял, и Дизи вылил воду из котелка. А куда он ее вылил-то? На дрова, что ли? Теперь мы можем взять котелок, да. Котелок и, ну, ключ. И ключ еще взяли. Сейчас давайте сделаем вот такой вариант. Вот действительно, когда я вот в эту игру играю, вот чувствуется вот атмосфера, действительно, что вот зима какая-то. И действительно, что ты находишься в каком-то доме. Красиво очень сделано. Ой, подожди, подожди, подожди. А почему он... Ну, давай используем. А, я понял, ребят. Здесь можно предметы выкладывать. Все, я понял. Предметы можно выкладывать. Я об этом не знал. Приколи. Давай так используем пустой котелок. Дизи поставил котелок под капли воды. Теперь вода капает в котелок. Ну, отлично. Кстати, котелок забрать нельзя уже будет. Дедуль, ну давай что-нибудь за это. Спасибо, Дизи. Вода перестала капать, но мой плед совсем промок. Так, плед нам пока не надо. Нам вот что надо будет в сундук, по-моему. Старый ключ. Дизи открыл сундук ключом. В сундуке он нашел молоток и гвозди. Берем молоток. Здесь так вот прям точно надо остановиться. И берем вот этот плед. Так, подожди, дрова можно взять? Для предмета нет места. Понятно. Вот таким образом можно будет, ребят, использовать. Почему-то сейчас не реагирует
Видимо, по скрипту пока рановато, да? Значит, нам надо что-то сейчас будет выкинуть. Давайте тогда выкинем плед и возьмем дрова. Да, точно. Зажжённая лампа, дрова для камина. Так, Дизи сложил дрова в камин. Осталось развести огонь. Значит, оно у нас только, в принципе, и лампа-то и осталась зажжённая уже. Дизи пытается поджечь дрова от лампы, но сквозняк из окна гасит огонь. Ну вот теперь должно сработать. То есть фактически это такая ролевая игра именно для БКшки, что в принципе я на БКшке ролевых игр не особо-то помню. И мне вот это даже стало интересно. Во! А я Enter жму, надо было опять-таки пробел. То есть Enter все-таки не совсем клавиша, которая взаимодействует со всеми именно вот предметами. Так, значит, что нам? Давайте плед выберем. Дизи закрывает дыру в окне пледом, но плед срывает сильным ветром. А мы сделаем вот так. Дизи закрепляет плед на окне гвоздями. Дыра в окне надежно закрыта. И все. Ну, здесь, по-моему, остался последний предмет уже. Сожженная лампа, да? Дизи растопил камин, теперь его родные и друзья смогут переждать непогоду. Ну, в общем-то, ребята, все. Вот такая вот игрулечка, она не длинная, но она прикольная, знаете, я получил вот реально удовольствие от этой игры. Хотелось бы такую игру, ну там хотя бы там минут на 40, например. Вот. Кайф был бы. Надо будет посмотреть, ребят. Я вот не люблю тупые квесты, но вот эта игра не тупая. Кстати, следующий видосик, возможно, будет игра на прохождение Динамит Дэн. Возможно. Я немного разобрался с управлением, надо будет просто еще и заучить карты. Там карты очень, ребят, огромные. Причем этот динамит, он тоже, скажем так, портирован, грубо говоря, с платформы ZX Spectrum. Ну давайте пока вот, да, сейчас и просто проверим, все ли там, да, видите, вот все довольны. Просто проверим взаимодействие с персонажами. Спасибо, спасибо, Дизи, ты нас спас. Ну, я молодец. Вот пробелом реагирует всегда. Спасибо, Дизи. Ну, пожалуйста, так. Младенец это все-таки, скорее всего, младенец, да. Дизи спит, не нужно его будить. Хорошо. Прикольная шляпка у этого. Спасибо, Дизи, ты нас спас. И все. А это? Дизи, ты прогнал крысу, ты мой герой. Да та вообще фантастика. Сверхчеловек. Или кто он? Сверхяйцо, короче. Сверхяйцо, ребят. Ну вот такой, ребят, видосик. Если, опять-таки, если вам интересно, ребят, обязательно пишите комментарии. Попробуем посмотреть какие-то еще квесты. И я попробую изучить вот эти Дизи, и возможно, если вам будет интересно, мы сегодня, ребят, на стриме в эту игру поиграем, но днем. Вот сейчас уже почти там за 12 чуть-чуть, то есть уже не завтра, хотя для кого-то завтра, для кого-то сегодня еще у нас по времени. Короче, 15 августа попробуем, ребят, стрим провести. Я написал опросик в сообществе. Пожалуйста, зайдите, проголосуйте, напишите какие-то комментарии, что вам интересно. Мне вот, ребят, например, мне лично интересно было бы посмотреть только игры на стриме для ВК 0.0.10. То есть, чтобы не было повторов там с Atari, чтобы я там не ломал голову, какие игры поставить, какие не поставить, чтобы там одно и то же не крутить. Ну, все зависит от вас.
Можем и в то, и то поиграть, и по отдельности, и вместе. На этом все. Всем спасибо, ребят, кто поддерживает канал. У меня всегда есть стимул писать новые видосики, потому что я вижу, что вам это интересно. И до новых встреч!